сообщить, что первый сезон проекта «Преображение» подошел к концу. 3 месяца девушки тренировались в фитнес-клубе World Class Макаровский, питались по системе Unique Food и проходили восстанавливающие процедуры в клинике Grand Clinique, меняли свой стиль вместе с Большим, а также ухаживали за зубами в клинике Этика. Все это, чтобы изменить себя и свою жизнь. Давайте вспомним, как это было. Меня зовут Оля. И я худею примерно с 2013 года. Я в этом деле уже 10 лет. Я думаю, что каждая девушка так или иначе сталкивалась с проблемами похудения. У каждого человека есть мечта. У меня она тоже есть. Я хочу есть и не толстеть. Ну что ж, наши девушки боролись не просто за свою мечту и за свои идеальные формы, но также за подарки от наших спонсоров. Давайте узнаем, что же получит победительница проекта «Преображение». Универмаг Большой подготовил для нашей победительницы 20 тысяч рублей на шопинг. Также победительница проекта получит год фитнеса в фитнес-клубе World Class Макаровский. Я надеюсь, тебе хватит рук, чтобы все это унести, и в другую руку. Я хотела бы сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте. Безусловно, хочу сказать спасибо ребятам из «Моментов» за то, что вы все это придумали и собрали таких классных партнеров. Наш потрясающий проект закончился, и самое главное чувство, которое осталось у меня после завершения, это я собой довольна. Я молодец, теперь я знаю то, что спорт и правильное питание – это не страшно, это не противно, это не то, что нужно заставлять себя делать, это реально теперь часть моей жизни, и спасибо за это проекту «Преображение». Проект – это как шаг к новой жизни, и мне очень приятно, что я в нем приняла участие. Я бы хотела сказать спасибо всем партнерам, которые поддержали нас, поддержали моменты и поверили в участниц этого проекта, которые смогли стать лучше благодаря вам в том числе. На самом деле я не планирую останавливаться на достигнутом. Я настолько зарядилась за эти 3 месяца, мне так понравилось тренироваться, правильно питаться, ходить на восстановительные процедуры, что я планирую делать это и дальше, и буду работать над телом мечты. Проект «Преображение» не получился бы без фитнес-клуба World Class Макаровский, доставки правильного питания Unique Food, универмага Большой, центра релаксации Сиам, стоматологии Этика и клиники Grand Clinique. Редакция портала благодарит всех спонсоров за участие и поддержку нашего проекта.